Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! А сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 492. Нам нужно составить равенство по тексту задачи. И пункт А. У Люды было М слив, у Нади на 6 слив больше, а у Степы на 9 слив меньше, чем у Нади. Когда сложили сливы и поделили поровну, каждому досталось по 14 слив. Давайте запишем сначала краткое условие, и с помощью этого краткого условия легко будет составить равенство. У нас была Люда, Надя и Степа. У Люды М слив, у Нади неизвестно сколько, но на 6 больше, чем у Люды. А у Степы тоже неизвестно сколько, но на 9 меньше, чем у Нади. Когда все сливы сложили и поделили поровну, то есть все сложили и разделили на 3, потому что у нас 3 ребенка, то получили 14 слив. Так, и давайте составим равенство по этому условию. У Люды М слив. У Нади на 6 больше, то есть у Нади М плюс 6. У Степы на 9 меньше, чем у Нади. У Нади М плюс 6, значит у Степы М плюс 6 и минус 9. Потому что у него на 9 меньше, чем у Нади, а у Нади М плюс 6. Все это вместе мы сложили и поделили поровну. Можно или все это выражение разделить на 3 и получить 14, или, так как у каждого по 14, а их всего 3, то все вместе 14 умножить на 3. Получили вот такое вот равенство для пункта А. И теперь составим равенство для пункта Б. В одном классе N учеников, в другом на 8 учеников больше, чем в первом, а в третьем на 4 ученика меньше, чем во втором. Все ученики из трех классов поехали на экскурсию в трех автобусах, причем в каждый автобус сели по 24 ученика. У нас первый класс был, второй класс и третий класс. В первом N учеников, во втором неизвестно сколько учеников, но на 8 учеников больше, чем в первом. В третьем тоже неизвестно сколько учеников, но на 4 ученика меньше, чем во втором. Все ученики поехали на экскурсию в трех автобусах. То есть количество всех учеников, если рассадить по трем автобусам, разделить на 3, то в каждом автобусе получится 24 ученика. Давайте найдем сумму всех учеников. Во первом классе N, во втором на 8 учеников больше, чем в первом, значит N плюс 8. В третьем на 4 ученика меньше, чем во втором. Во втором N плюс 8, а на в третьем на 4 меньше, то есть меньше, значит минус 4. Это все равняется, так как в каждом автобусе по 24 ученика, а всего 3 автобуса, то всего будет 24 умножить на 3. Такое равенство мы получили для пункта Б. И выполнили задание 492. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.